Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня на досуге я подумал, почему бы мне немножко не отвлечься и не поиграть в что-нибудь такое безобидное. И решил сыграть в игру «Ням-ням монстр». Как вы помните, я делал на нее обзор, но в тот раз все было довольно легко и просто. Я думаю, что может быть за такой промежуток времени что-нибудь изменилось. Давайте-ка мы с вами посмотрим. Так, вот он наш монстрик. Их здесь, как вы помните, будет очень много всяких разновидностей. Но пока мне вот этот вот доступен. Динозаврик, наверное, я так понимаю. Ага, что тут у нас такое? Все это понятно. Давайте приступим. Так, вот он я. Так, я пока один. Так, наша суть здесь... Оу, наша суть здесь, ребята, поедать других монстров, расти. Это игра из жанра ИО. Так, давайте-ка. Ух ты, какой-то грибок здесь у нас. Надо есть мясо, чтобы расти и нам крепнуть. Тут будут всякие выпадать бонусы, которые будут нам помогать в победе над другими игроками. Так. Иди-ка сюда, иди. Да, чем мы жирнее и толще становимся, тем, кстати, будем медленнее передвигаться. Так, у меня уже 5-й левел. Ух ты, сколько здесь уже игроков заполнилось. И как видите, я уже немножко подрос. Что ты тут? Оп, досмеялся. Так, иди сюда, мышка летучая, Дженни. Эх, они, видите, довольно быстро двигаются в сравнении со мной. Но зато пускай только лишь попробуют на меня напасть. Сразу же вот так вот я с ними поступаю. Просто съедаю. И уже 8-й левел у меня. Рэмпейдж. Ага. Что такое? Так, у меня уже 9-й левел. Слушайте, ну по-моему ничего не изменилось. Все до сих пор так же легко и просто. Но вы не забывайте, ребята, что у меня это только первая лига. А их здесь очень и очень много. И я там посмотрел в топе. По листу. Там такие игрочки есть, что... Наверное, я там буду, как сейчас, вот эти вот сосунки. О, иди сюда. Отлично. Голову-то я им быстро откусил. Так, и 10-й левел. А какой здесь у нас максимальный? Оу, теперь я просто бизон такой, знаете. Медлительный, но мощный. Иди сюда, красавчик. Черт. Получил, как говорится, молнией. Точнее, фаерболом. Это фаербол был. Ладно, продолжаем с вами поедать конфетки. Я, кстати, по статистике на первом месте в данный момент. У меня 1510 очков. Смотри, смотри, смотри. Эли вот там мелкий какой-то хотел что-то сделать, видимо, но передумал. Так, я пока топ. Ух ты. Смотри, как сейчас заморозку бросают, а? Смотрите, уже 12 уровень. Почти, почти половина 13-го. Время у нас истекает, осталось всего лишь минута 20. Так, это, ребята, у меня взято ускорение. То бишь я могу нажать и ускориться вот так. Правда, что-то не очень я заметил большой прибавки по скорости. Так, теперь у меня еще есть шок. Ух ты, а это кто такой? Дора 7. Я такого, кстати, персонажика еще не видел, тигренок. Ай, не догнать мне его, не догнать. Хотя... Получил. Я его вначале молнией огрел, а потом съел. Я буквально вообще топер здесь. Так. Джозелин? Джозелин там улыбался. Так, дайте шокер мне взять. Вот так. Ой, ребята, 30 секундочек осталось. Все, здесь уже, наверное, меня никто не... А, нет, смотрите-ка. 1200, кто-то меня догоняет. Интересно, а где этот Дженни? Так, ну-ка дай-ка я тебя, хламон, надкушу. Убегает, убегает, не могу я его догнать. Ага, ну, все, слупенил я его. Все, 12 секунд, я думаю, что здесь я буду фаворитом. Ага, вот и Дора 7. Все-таки я ее съел. Сама виновата, прибежала ко мне и попалась на зуб. Так, игра окончена. Что мы получим за это? Так, ага, 10 звездочек. И мы растем, растем, ребята, с вами. Продвигаемся дальше по ступеньке. Так, давайте-ка. Быстро, здесь самое главное набрать темп.
чем быстрее мы наедимся вот этих конфет, тем, как говорится, дальше продвинемся. Преимущество будет над другими игроками. Ну, вот они потихоньку появляются. Иди сюда, ну. Эй, я вроде бы не такой толстый, я почему-то медленно все равно бегаю. Может быть, это зависит от того, что и каким монстром играешь. Так, ну что, я уже третий уровень, у меня 70-80 очков. Ты смотри, какой хламон, а? В стан меня загнал. Но, видимо, побоялся на меня нападать. А, иди сюда, Эльза. Отлично, съел. Так, ускорение мы подобрали с вами. Все, пока у нас идет по плану. Все, я подрос. Мясо мое, никому не дам. Конфеточки, иди-ка сюда. Вот, опять здесь, кстати, Дора была, и она поплатилась. Все, и этого съели мы. Это, кстати, у нас получается на 10 уровне мы с вами получаем еще одну трансформацию. Так. Кстати, мясо никому не отдам. Я не понимаю, почему они его не едят, оно лежит здесь. Спокойненько так. Как будто его никто не видит. Мышка, извини, пришлось так поступить. Ага, бежит, но испугался. Нет, странно как-то, да, смотрите, мясо везде лежит, а он вокруг него просто-напросто пробегает, как будто его вообще не видит. Ладно, вы сами напросились. Угу. Этого я не смог есть, потому что, ребята, он только что появился, и у него была там, сколько, трехсекундная защита. Я не могу ничего с ним сделать. Слушайте, интересно, сколько здесь действительно максимальный уровень, и есть ли еще здесь у нас трансформация? Я пока, по-моему, больше 13 уровня не подымался, если память мне не изменяет. Так, давайте съедим еще мясо. Так, Эллиот. Эллиот что-то делает, что-то запускает. Ух ты, хорошо, я успел оббежать. Фух, повезло, как говорится мне. Съедаем все эти куски мяса. Так, дайте-ка доползти мне. Какой же я толстый. Я толстый и злой. Напоминает мне чем-то демона из Диабла. Так, все, здесь ели. Что ты там, Мартин, улыбишься? Ага, вот это, кстати, он делает себе типа защиты. В ледяную такую акулу образуется. И я его тоже не могу съесть. О, смотрите-ка, Дженни, 10 левел. Так глупо попался он мне. Видимо, не досмотрел парнишка. Или, может быть, девчонка, не знаю, Дженни. Это и там подходит. Мартин, Россия тоже, ага. Так, а мы тут все. Ох ты, ты смотри, какой хитрый жук, а. Он меня все-таки подбил этим фаерболом. Гаденыш. Ну ладно, встретится он мне на пути, я ему отомщу. Так, значит, у нас трансформация на 11 левле, вот. Отличная. Так, это у нас защита, щит черепашчи. То бишь, я буду неуязвим практически для любой магии. Хрен тебе, захотел он там фаерболом. Вот она вот так вот действует, ребята, видите, да? Вокруг меня аура. Так, ускорение. И 26 секунд осталось. Так, иди сюда, блин, Дора, куда побежала? Я хотел тобой закусить на дорожку. О, опять не повезло. Ну что же, я опять же здесь фаворит. Опять же, я на первом месте. И это хорошо. Вот Дора и попалась мне. Так, это кто? Кей? Смотрите-ка, Кей. Я Рэй, он Кей. Так, и закончилась еще одна у нас битва. Ух ты, растем, ребята, растем уже. Я не знаю, сколько нам нужно еще получить с вами косточек, чтобы перейти на следующую лигу. На следующую лигу, новую карту, наверное. Я еще там не был, я не знаю, будет ли там новая карта. Но мне кажется, что должна быть. Так, давайте по-быренькому наедаться этими конфетками. Не знаете, что напоминает? Помните, есть игра такая на андроиде, там любители этих конфеток-то есть. Вот именно таких. Как там назвать, я не помню, там... Ням-ням, вроде бы тоже как-то типа того. Вот. И мы теперь тут тоже. Ох ты, фаербол, это хорошо. Только единственное, что у этого фаербола задержка там, наверное, в секунды две, пока... О, подросли. Прости, браток, пришлось тобой закусить. А это что у нас такое? Вертига. Слушайте, я не знаю, что это такое. Не помню, по-моему, ни разу еще у меня не было. Так, эть, закусил.
что же, у меня пока, опять же, 500 очков, я фаворит здесь. Они что-то все бегают. У меня такое впечатление, что даже я играю как будто с ботами с какими-то. Хотя, на самом деле, это реальные игроки, ребят. Ну, давай, давай, давай. Ах ты, смотри, маленький какой Камила съел, а? Ну, давай, за... Какой мелкий шустрый. Вот, все, я им закусил, отлично. Так, вот этот грибок, а, он замедляет. Вот, значит, что. Ого, ты посмотри-ка. Это кто у нас там такой? Так, это, наверное, Ингимар, да? Да, точно. А ну-ка, дайте-ка я его побью. Закусил. Хотя я был всего на один левел его толще, и я его слопал. Хм, странно. Так, что у нас тут по времени? Две минутки. У меня, ух, 1110 очков. Давайте еще мясо сожрем. Она, ребята, вообще игруха простенькая. Никаких усилий не требует. Оу, я подрос. О, надо вот этого съесть. Хе-хе. Никаких нервов, просто играешь и наслаждаешься поеданием монстриков. Прям как бальзам на душу после трудного, тяжелого рабочего дня. Вот так. Когда такой здоровый, даже ничего уже не страшно. Просто ходишь и наслаждаешься конфетками и мясом. Ну и если под руку попадется тебе маленький подшнырик, естественно, ты им закусишь. Так, все, миску съели. Ну, ребята, ну так нечестно. Вот по карте, смотрите. Зеленым... зеленой звездочкой это я. Так, все вот это мясо обозначается вот такими вот белыми точками. Красные точки это наши противники. И, как видите, там первое, второе... Ну, первое место я звезда. Второе место у нас обозначается серебряная корона. И третье оранжевая корона. А, елки-палки, грибок меня замедлил. Слушайте, а как это так? Его грибок сейчас только что замедлил, и он потерял уровень. Значит, он, видимо, еще и отравляет. Опа, прости. Блин, надо срочно, наверное, перебираться, ребята, на следующую лигу, смотреть, как у нас там будут дела обстоять. Ну, а вы пишите в комментариях, нравится ли вам эта игра и стоит ли в нее играть. Она слишком много усилий от меня не требует, поверьте мне. Играть в нее даже не в лом. Та-та-та-та-та. Сюда бы еще музычку какую-нибудь веселую наложить, и будет вообще эпично. Так, ну что, 3 секунды, 1, и мы побеждаем опять же. Игра закончена, точнее битва. Так, первое место, результат. Оу. Так, ранг. У меня первый ранг. А сколько нужно, чтобы перейти на следующий-то, елки-палки? Надо будет потом по статистике побегать, посмотреть. Так, эволюция. Эволюция началась, я понял. Но... где вы появляетесь? Кстати, ребята, здесь еще есть микрофон, как вы видите, да? Вот синенький слева. Его можно активировать и говорить. А также можно во время боя ставить смайлики. Так, отлично. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, Джеффри, иди сюда. Иди сюда, Джеффри. Убегает. Убежал, гаденыш, а. Нет, а, я думал, что это я его съел. Но не тут-то было. Лоу. Захотел, захотел он, да? Кусок мяса, хрен тебе. Вот так вот я тобой закусил просто-напросто. И мне это было в радость. Так, а это у нас что такое? А, невидимость, ребята. Мы берем вот это стел. Мы будем невидимость. Видите, меня никто не видит, и я могу просто сейчас кого-нибудь подождать. Но она быстро кончается, конечно же. Все, она уже закончилась. То есть там сколько, наверное, секунды две в невидимости. Но этого достаточно, чтобы кого-нибудь слупендить. Если здесь их очень много. И, кстати, я не знаю, здесь есть предел по игрокам или нету. Ну, то есть на карте на этой... Ну, предположим, здесь максимум 10 игроков может играть. Или здесь до бесконечности. Так, невидимость. А, он в щите, я не могу. Не могу я его съесть, к сожалению. Ну, да. Ать, убегает. О, опять, ух ты, нифига. Я в первый раз вижу выросшую эту мышку летающую. Довольно прикольный такой монстрик.
Так, отлично. Кстати, да, ребята, здесь, когда зарабатываешь достаточное количество очков, ты можешь себе взять других монстриков разной расцветки, раскраски у них. И, по-моему, разные там эти, как их, внешности. Так, щит, щит, щит. Оп, я забрал его. И смотрите, когда у меня стелс, никого почему-то рядом. Оу, какая жирная нажива. Смотрите, кто-то там смайликов понаставил. Он и доволен, и опечален, и радостный, и, короче, все подряд. О, Майкл, иди сюда. Или Митчелл, это Митчелл, да. Закусили им. Так, ребят, ну я здесь вообще просто фаворитич. Я на всех, от всех отстаю на 2000 очков. И это довольно хорошо. Все, ребята, я понял. Грипп сейчас меня только что задел, и я... Да, он меня второй раз задел. За каждое касание он снимает с меня 1000 очков. Вот так-то вот. Жаль. Теперь будем знать, что этот грибок не только замедляет, но еще и понижает нас по уровню. Надо срочно набирать все свое, как говорится, оставленное этому грибу. Ну, не плачь, родной. Вот так. Видишь, спасибо тебе большое, что мне дал возможность подрасти. Так, давайте-ка. Ага, Джеффри. Джеффри, Джеффри в щите. Какие-то там смайлики еще отправляет. Надо будет, кстати, потом как-нибудь поэкспериментировать с микрофоном. Просто подрочиться. Ага. Ну, Джеффри хорош уже тут летает вокруг меня. Какая-то блоха мелкая. Хайк. Отлично. И время у нас 19, ребята, секунд. Секундочки тикают. Я практически получил все свое преимущество обратно. А если бы я не потерял, я представляю, какой бы я сейчас был здоровый. У меня, наверное, 4000 очков было бы минимум. Так, ну что же, ребята, вот и наша очередная победа. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, я получил свой заряд позитива. Теперь можно будет поснимать что-то уже более конкретное. А вам всем пока и удачи, до новых видосиков, ребята.